Веселье – одна из важнейших вещей в нашей жизни. Ничего подобного. А некоторые слишком много работают. Бен, он говорит о тебе. Именно поэтому мы сделаем официальный выходной Бена самым веселым из всех. Как весело веселиться. Не слышу. Том, это совершенно не смешно. И этот твой выходной никакого отношения к веселью не имеет. Ты передумаешь, мы идем в музей веселья. Ты только посмотри на это. Это веселье для всех. Не бывает веселья для всех. Бен, веселись и не кисни. Веселый автобус прибыл. Эй, где Джинджер? Привет, ребята. Плохие новости. Я не смогу поехать с вами в музей. Нет! Как же так? Мама заставила меня убирать мои комнаты. Выше нос, парень. Мы привезем тебе сувенир. Мне надо работать. Даже не думай, Бен. Эй, не трожь меня. Выходной надо веселиться. Он прав, Бен. Что ж, поезжай. И хорошенько повеселись за меня. О, бедняжка. Неужели я так сказала? Итак, ну-ка все на борт веселого автобуса. Ура! Ура! Веселый автобус! Веселый до встречи! Автобус! Повеселитесь! Уж я-то точно! Хорошо бы там был крутой авиатренажер, чтоб кружилась голова. Я надеюсь, там есть стенд с костюмами ковбоев Дикого Запада. Пиф-паф! Чур, я грабитель! А я одинокий золотоискатель, который любит танцевать, но мул ему мешает. Да? А я переоденусь во владельца салуна, который изобрел первого робота-бармена. Да, совсем неплохо. О, да, здорово, Бен. Круто! Добро пожаловать в музей веселья. Наш веселый музей. Эй, кажется, где-то я вас видела. Да, мы встречались? Нет. Итак, сейчас двери откроются, и мы пройдем к первому этапу. Сплав по бурной реке. Нет. Никакой воды. Я подожду в автобусе. Нет уж, Бен, развлекайся, хочешь того или нет. Некоторые считают, что рафтинг – самый увлекательный вид водного спорта. Но главное удовольствие, конечно же, заключается в подготовке. Подготовке? Вот список необходимого оснащения для веселого рафтинга в бурной воде. Интересно. Спасательный жилет, свисток, крепкая обувь. Мне попадались инструкции позабавнее, чем это. Может, все еще впереди? Друзья, хотите узнать скорость этого плота? Да! Ура! Ну ладно. Допустим, прибор, измеряющий скорость, проходит 10 метров за 32 секунды. Чтобы узнать, за какое время он пройдет метр, просто делим расстояние 10 метров на время, на 32 секунды. 312 сотых метров в секунду! Точку! Верно! За это мы назначаем вас королем веселья! Ух ты! Я король веселья! Улыбочку! А вот съемка запрещена. Простите. Я здесь единственный, кто умеет как следует веселиться. Но стоит мне только начать, мне все говорят: Джинджер, это не игрушка. Что это еще за глупости такие? Видите кабель? Это электрическая змея. Видите степлер? Теперь это дракон. Он плюется металлом в опасную змею. Кресло Бена теперь батут. Ой! Не трогай, Джинджер. Коробки мне еще указывать будут. Ух ты! Круговые диаграммы в цирке были улетными. А зал головоломок — класс! Вы задумывались, сколько есть способов победить судоку? Нет, и не станем. Ты был прав, Том.
Поездка в музей веселья – это именно то, что мне нужно! Что? Ну и где здесь веселье? Вот же! Написано на билетах – веселье для всех! Вот вы спросите, в чем истоки веселья? Нет. Первое документированное упоминание о веселье относится к правлению фараона Рамзеса VIII за 1000 лет до нашей эры. Древние шутки! Какой класс! Ну все, я пошел. Нет уж! Вернись! Стойте, стойте, стойте! Сперва нужно завершить тур. Да! Ого! Сверхзвуковой ховерборд! Вот эта игрушка, что надо! Сейчас посмотрим. Скучно, скучно, очень-очень скучно. Если веселье вышло из-под контроля, люди порой смеются. Но что есть смех? Не вреден ли он? Хороший вопрос. При смехе происходит резкий выдох. Дыхательные мышцы работают так активно, что смех может заставить наше сердце биться быстрее. Эй, Том, лови! Тоска. А! Анджела! Мое сердце! Мое сердце! Несанкционированное веселье в зале смеха. Этими своими играми вы нарушаете правила музея веселья. Хватит, Том! Ты нарушаешь правила музея! Дай-ка мне этот прыгучий муляж сердца! Отдай! Отдай! Пока я... Я хочу, чтобы нас выгнали! Причем протокол изгнания. О, наконец-то! Чао! Мое сердце колотится! Да, точно! Мое тоже! Просто супер! Изгнание – лучший аттракцион! Это не аттракцион! Это было наказание за нарушение правил музея! Почему ты злишься? Никто не веселился, пока нас не выгнали! Том, ты явно не знаешь, что такое веселье! Ну, как? Ну, вы же там были! Это место принуждало нас к веселью! Да, прямо как ты, Бена! Но... Прости, что? Ты сказал Бену, что веселье – самое важное в жизни. Том, ты заставил его прийти в музей. Но поскольку тебе было скучно, ты решил, что и остальным тоже. Я... Да, правда. Анжела права, но все не так плохо. И еще мы получили сувенир. Гадость. Что это там за шум? Ай-яй-яй. Все, шутки в сторону. Покажитесь, чтобы я мог выселить вас за шумное поведение. О, так вы хотите сыграть со мной в прятки? Нашел. Нет, не здесь. Где вы? А ну, выходите! Где бы вы ни были, я переверну здесь все вверх дном, с ног на голову. Сверху донизу, если придется. Но я найду вас! Найду! Там кто-то есть! Какой ужас! Ой! О! Ага! Так вот вы где! Эй, мой ховерборд! Да, я слышал шум, зашел посмотреть и, может быть, выселить вас, но никого не нашел. Видите... Очень мило, но нас здесь не было. Мы были в музее. Нет, но как же... я слышал здесь шум. Да ладно, придумайте уже что-нибудь получше. Правда, правда. Я... Эй, у меня есть замечательная идея. Забудем о наших разногласиях за игрой в прятки. Чур я ищу. Что? Но вы же разгромили наш дом. 10. Прячьтесь. 9. 8. 7. 6. Прячьтесь. 5.
Нет, ребята, он это специально! Кого-то будет легко найти! Четыре! Четыре! Три! Гляньте-ка! Бегают, смеются, такие веселые! Может, я был не прав, и они все-таки умеют веселиться! 2-1-0! Кто не спрятался, я не виноват! А может, это внезапная игра в прятки? Это именно то, чего им всем так не хватало! Главное, что всем им весело! Вот и ты! Вы подпишетесь! Вы подпишетесь! Ни в коем случае не нажимайте кнопку перемотки! Обалдеть! Что-то странное происходит!